Поскольку вы не являетесь должностными лицами законодательной, исполнительной или судебной власти и не имеете полномочий ограничивать мои права и свободу вне зависимости от использования или неиспользования QR-кода. Поскольку вы можете быть привлечены за это к ответственности по следующим статьям. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий. 330 УК РФ – самоуправство. 136 УК РФ – нарушение прав потребителей. Согласно статье 13 Федерального закона 323 об основах охраны здоровья граждан. Врачебная тайна гражданина не подлежит разглашению против его воли и согласия. Исходя из этого, вы не уполномочены против моей воли требовать у меня разглашения моей медицинской информации о прохождении вакцинации. Также вы не уполномочены требовать у меня данные паспорта согласно 152 Федерального закона о персональных данных, а также требовать наличия смартфона. Всего доброго, до свидания. Всего хорошего!